Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Хочу представить вашему вниманию модель от фирмы Revel в масштабе 1 к 144. Модель самолета Boeing 747-8. Новая ливера Люфтханза. В наборе 172 детали. Уровень сложности 5. Очень большая коробка, которая не влезла даже в объектив моей видеокамеры. Модель 2018 года. Фирма немецкая, производство в Польше. Сейчас вскроем и посмотрим литники. Как видите, модель очень большая. Литники запакованы в целлофановые пакеты. Начнем обзор самых крупных элементов самолета. Это с его фюзеляжа. Даже при таком большом масштабе очень хорошо выполнена расшивка самолета. Сама модель очень интересно смотрится. Очень большой авиалайнер. Литье выполнено очень хорошо. Следов недоливов, облоя, утяжем, ничего такого не наблюдается. Посмотрим с тыльной стороны. На тыльной стороне, как видим, следы от толкателей. Очень хорошо детали подпитаны к литникам. Можно будет очень удобно их срезать. Два литника с крыльями. Литники одинаковые. Левое, правое крыло. Очень хорошо отлиты. Здесь литник с турбинами. Даже тонкие мелкие детали очень хорошо отлиты. Насколько верная и копийная модель, я не знаю, но в пластике все смотрится очень хорошо. Шасси очень хорошо выполнено. Подставка для самолета. Второй литник с турбинами. Надеюсь, вам видно. Расшивка самолета сделана очень хорошо.
Кому интересно, в конце видео будут фотографии более четкие, где вы сможете все рассмотреть. Пятников немного, и обзор будет короткий. Литник с прозрачными деталями. Два одинаковых литника с иллюминаторами боковыми. Очень большая декаль. Видите, очень хороший принт. Revel, отпечатано в Италии, 2018 год. Большая инструкция, выполнена в виде книжечки. Схематично здесь очень хорошо все показано. Надеюсь, сборка никакого труда не составит. Инструкция очень хорошая. И все очень четко показано. Последовательность сборки, что надо приклеивать, что не надо приклеивать. Все обозначено. Инструкция довольно толстая. Конечно, много повторяется. Можно было, например, здесь показать, умножить на 6. Но, как видите, фирма решила показать все четко. Приятно такую инструкцию держать в руках. Здесь мы видим, как правильно наносить декали, куда что надо перевести. Схема окраски с ливрой Люфтханса. Довольно неплохая модель, от которой остались приятные впечатления. На этом, друзья, видео буду заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. Если вас вдруг заинтересовала модель, приобрести вы ее можете в интернет-магазине «Я моделист». Ссылочка будет в описании под видео. До новых встреч!